Токио. Just wire. Давайте посмотрим. Так, наверное, я понятия не имею, что здесь было раньше. Да чего же трудно общаться с детьми, оказывается. Так вот, о чем это я? У нас, я так предполагаю, что окончание второй уже главы что-то подфризивает немного. Так, надеюсь, это сейчас пройдет. Хорошо, забираем души. Как всегда, погладим песича. Это обязательно. Увидел песича, погладил песича. Так, хорошо. И у нас есть быстрый подъем наверх. Давайте попробуем им воспользоваться. Но для начала его нужно как-то обнаружить. Потому что летунов я здесь не вижу. А-то за что? Это будет весело. Давай. Иди-ка сюда. Я хочу вот так вот. Окей. И сразу тебя бы забрать. Успею. Ну. Да, хорошо. И тебя тоже вот так. Тебя мы испепелили. Дальше водичка сюда. Больно. Не спорю. Тихо. Воздух будет поярче, потому что... Как их много? Присяду. Откину. Ударю. Подтяну. Так, у меня 9 стихий осталось всего-то, ничего. Поэтому пора с ней заканчивать, хватит играться. Пошли дальше. Что, все ж, да? Вроде как все. У меня мало осталось эфиров вот этих. Поэтому будет проблематично сражаться дальше. Но у меня есть лук, ничего страшного. Так, я не вижу быстрый подъем наверх, если честно. В конце прошлого выпуска, как вы помните, он нам намекнул, что есть очень быстрый подъем наверх. Но сейчас я его не замечаю просто. Потому что летуна нету, какого-то подъема тоже в принципе нету. А лифт тоже я не вижу. Давай мы ее с одной тычки просто... Блин, их там много. Вот это колдунья, если я не ошибаюсь. Хорошо. Две сразу забираем. Супер. Тебя тоже. Ты там задамаженная. И ты задамаженная. Хорошо. И скверну надо бы разрушить. Кап. Ядро вижу. Ядро убил. Хорошо. Это мое. Не пригодится. Души забираем. Очень хорошо, молодец. Спасибо большое. Мы стараемся. Так, вижу летуна. Это тоже хорошо. Что такое? Привет, мужик. Ты куда-то меня подбросишь или нет? Что тут? Давайте быстренько заберем. Отлично. Пробились. То есть самое главное пробить как можно быстрее и точечно ядро. То есть чем... Блин, забито. Чем больше я попадаю в одну и ту же самую точку, тем больше мне восстанавливают, по идее. А не восстанавливают, а тем быстрее все это закончится. Ты меня не хочешь... Не, не хочешь, да, подбросить? Где он делся? Куда он делся? Он выше переместился? Да нет. Ух ты. Я туда. Не по плану, но я сюда. Тут вот так, и тут вот так. И теперь двоих сразу, да? Хорошо, и забираем. Ну я должен был. Ну а что я мог вам сказать? Я просто был обязан, ребят. Вы уж извините, но как по-другому? А, здесь еще есть. Тихо, ты куда? Ты что? Неугомонная, что ли? Ты посмотри на нее. Леди, что творит? Да умри ты. Давай сюда. Забрал, хорошо. Тут еще кто-то? Не вижу.
Молодец, парень. Да, но вот проблема в том, что я-то их освободил, но у меня-то ангелы забиты. Это проблема. Будка здесь вряд ли будет. Я теперь понимаю, зачем нам нужен этот подъем. Хорошо. То есть дам мне просто пока ногой подниматься вверх. Так. Где я? Почему я при воздухе? Что у нас тут? Ничего нельзя подобрать. Отлично. Да ладно. Вот это просто вот как никогда кстати. Супер. Отдаем. Можно пойти этих забрать сейчас. Это хорошо, все. Забираю слова назад. Это все было не зря. Ну, потому что было бы обидно. Я бы вряд ли сюда уже возвращался, если бы это не нужно было по заданию. Так, заберем эфир. Еще эфир. Хоть что-то восполню себе. Потому что у меня пусто. И заберем этих. Этот засранец точно меня мне изменял. Они там парят себе в воздухе, души. Они даже не представляют, что с ними могло бы быть, если бы не я. А она думает о том, что он ей изменял. Серьезно. Я в шоке. Так, двигаемся дальше. Нам нужно на самый верх. Кстати говоря, быстрого подъема-то и не было. Так-то нас надули. Потому что, ну, я все осмотрел. Это 100%, я не мог ничего пропустить. А вот это вот я не назову быстрым подъемом. Уж извините меня. Мы поднимаемся достаточно долго. Вот летун, вот это вот быстрый подъем. Глянь наверх. Да, я вижу. Потому что я не вижу. И вижу, и слышу. Уж больно громкий и неприятный у них звук издающийся. Так. Пошли дальше. Ну, вроде как чисто пока. Угу. Пока все хорошо. Стрелы предлагают, стрел нету, но, возможно, я их начну использовать. Кстати, почему бы и нет? Давай попробуем. Интересно, двоих. Ох, как плохо я стрельнул только что. Нормально. Ой. Хорошо, один выстрел, и он просто сразу же умирает. То есть, по идее, вот с этими будет идеально драться луком. Интересно, а что, да, дострелим? Так, на ход. Не, не на ход. Он остановился. На ход. Да, хорошо. Великолепно. Не знаю, сколько мне там восстановят, но, по-моему, лук это имба. Главное, чтобы восстановили все стрелы. Плюс 5. Хорошо. Я, кажется, стрельнул гораздо больше, чем 5, но и на том спасибо. Так, на это у меня все забито. Окей. Вот... Для таких летунов это просто идеальное оружие, как по мне. Это ядро? Хм. Заберем. А как по нему... Ага, вижу. Да что? А, здесь типа двери. А как я могу пройти-то? Это надо с внутренней стороны тогда. С этой никак, получается, не пойдешь. Хорошо. Я думаю, мы сюда возвратимся по-любому. Так, хорошо. Ну ладно, чё ж. Или, почему бы и нет. Лови. Некий себе ассасин. Так сказать, лазутчик. Так, все в порядке, хорошо. Туда как-то можно будет еще попасть. Там по-любому что-то будет полезное. Я вроде бы там не был. Но летуна я не вижу. И, возможно, просто локация.
Что это там такое? Давайте посмотрим. Что это такое? Четки. Шквала. Любопытно. Так, важная информация. Разблокирована вкладка четки в меню вещей. Сначала попробуйте надеть четки, которые вы только что нашли. Так, четки, которые я только что нашел. Давайте попробуем использовать. Так, сила воздуха атак увеличивается на 20%. Великолепно, слушай. Ну я уже их использую, получается, да? Тихо. Вещи. Да я понял. Зачем мне это все показывать? Ну я же и так его все открыл. Да, все, четкие используются. Хорошо. А, помнится мне, вначале нам говорили о какой-то... Вот, одежде, которую мы получили за то, что сделали предзаказ. Ну что, выглядит неплохо, да? Я, конечно же, смахиваю на того, за кем охочусь, но, тем не менее, это явно одежда выглядит получше, чем то, что было до этого. Хорошо. Четки взяли, это аудио, которое мы нашли. Интересно, с озвучкой или нет? Не, это просто музыка. Все, я понял. Хорошо. Талисман. У нас есть оглушение. Так, 3 из 5. В смысле? То есть, я использовал тогда дважды. Значит, он все-таки кончается, получается. Он не бесконечный. Так, карма. Это понятно. Навыки. Давайте прокачаем тогда себя. Так как мы многое открыли. Амо-Игане. Призрачное зрение. Вы можете обнаружить предметы с помощью призрачного зрения на расстоянии до 30 метров. Но это, походу, увеличивает, да, расстояние просто. Хорошо. Но мне, в принципе, на данный момент 30 метров, ну, как бы, хватает. Так, Аминокагами. Вы планируете 2 секунды, чтобы применить навык, нажмите Space. Так, а это планирование, то есть это продляет. Хорошо. Аминотори. Вы... Цепляетесь за Тенгу, так быстро подтягивайтесь к нему, чтобы применить навык, поверните так. А что это тогда даст? Это вообще закрыто. Чтобы навык духов, за этой читой нужна Магатама. Хорошо. Что у нас еще из нового есть? Так, Инубасири. Ускорение скрытого перемещения пока не нужно. Вытягивание эфира. Вы заставляете врагов терять эфир при каждом ударе рукой. Достаточно опасно и сложно. А появление эфира при идеальном блоке. Ну, не так часто. Я за все время использовал блок только единожды. Поэтому дальше. Так, восстановление очков здоровья от ядра. При извлечении ядер из врагов вы восстанавливаете 10 очков здоровья. Неплохо. А может быть, даже понадобится. Вот это неплохая вещь. А часто используется, иногда здоровье надо. Так, здесь будет 15. Ну, пока, думаю, достаточно. Так, ядра врагов встают обнаженными в 1,75 раз дольше. А вот это мне поможет, потому что несколько раз мы вот прям не успевали. В 2,5 тоже я использую. А вы помните, да, как я пытался одновременно 3-4 души, 3-4 ядра забрать, но из-за того, что оставался еще один персонаж, и мне просто банально не хватало нескольких ударов, чтобы добить, они все обратно вставали. Так, ускорение извлечения ядер. Тоже хорошая вещь. Однозначно это то, что нам надо. Но последующую я не могу, потому что надо какие-то магатамы. С магатамами мы еще не встречались, пока не знаем. Извлечение ядер в ближнем бою. Вы можете извлекать и уничтожать ядра, находясь рядом с врагом. Чтобы применить навык, нажмите ПКМ, находясь рядом с врагом, чье ядро обнаружено. Так, нет, это тоже опасно. Усиление атак по попавшим врагам. Вы наносите в 1,5 раза больше урона упавшим врагам. Я не так часто их, во-первых, сбиваю, а во-вторых, и добиваю не часто. Излечение ядер из упавших врагов. Вы быстро изгоняете упавших врагов, чтобы применить навык. Нажмите ПКМ, находясь рядом с ним. Ну, тоже пока не особо нужно. Так, ускорение поглощения призрака. Вы поглощаете призраков в 1,5 раза быстрее. Ну, это чисто для экономии собственного времени, то есть тоже не особо. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас по эфирному плетению. Мне очень нравится огонь. Я бы хотел... Что это такое?
Усиленные атаки. Вы можете выполнять усиленные атаки эфирными плетениями. Их свойства зависят от выбранных стихий. Так, это понятно. Ускоренная, усиленная. Так, копится энергия для атаки плетением, копится. Вот, это чтобы сделать усиленную атаку. Вот это хорошая вещь. Потому что очень долго приходится ждать, и я не успеваю просто кастовать. И на 50% сразу же используем. Получается, это мы сделали на максимум. И сейчас максимально быстро они должны кастоваться. В 50% быстрее. Так, и по огню. Атака плетения пронзает врага. То есть я смогу сразу нескольких ударить. Это великолепная вещь. И внизу у нас масштаб усиления. Масштабно усиленная атака. Так, радиус взрыва при усиленной атаке огнем увеличивается до 5 метров. Тоже очень хорошо. То есть, учитывая, что пронзаю, я могу вообще много за раз убивать. Окей, прокачали немного. Тут еще плюс будет снаряжение, эти все дела, но навыки кончились. Хорошо. Слушай, а тебе идет. Неплохо, мы немного прокачались. Давайте посмотрим, как это отобразится на врагах. Так-то заметно. Так, теперь посмотрим на город. Хорошо. Подожди. Так, на всякий случай, а то мало ли. Что там произойдет. Давай сразу заберем. Но так-то мы неплохо прокачались. Лично мне нравится. Навыков взяли много. Подкопили. И теперь будет, я думаю, заметно. Так, давайте рассмотримся. Что я должен, в принципе, найти? Смотреть. Раньше я ходил туда с сестрой. Надеюсь, с ней все хорошо. Очень надеюсь. Так, оно мне будет писать. Так, вот кто-то есть. Вот он. Это за ним мы гнались. Ну вот, то, что я и говорил. А нет, это смотри, это обычный человек, даже без маски. Но роба похожа на то, что у меня. Так, он пошел в метро. Спустился куда-то. Может быть, у них там штаб-квартира. Так, на этот раз мы его не опустим. Вперед. А есть лифт какой-то? Как мне быстро спуститься? Отправляйтесь к подземелью Сибуи. Мне там говорили об быстрых перемещениях. Так, вот эти ворота я еще не закрыл. А где мы его увидели? Телефон перенести, так, пойманные души. Рядом с ним мы здесь статуя Дзидзо. Так, водяная статуя, хорошо. А вот это наше задание получается. И ближайшая точка, куда я могу переместиться, получается сюда. Нет, это задание. Давайте тогда в этот магазин. Так, а как? Перенос-то не работает, что ли? Или, возможно, между храмами? Да. Окей. Давай попробуем так. Ну, в любом случае, нежели спускаться, это должно быть как-то быстрее. Так. Угу, это мы внизу. Все. В принципе, нормально. Еще и огонь восстановили. Где ты, парень? Ты мне нужен. Хорошо. Тоже мне нужен. Окей. Мне в какую хотя бы сторону, чтобы понимать. Вот, 152 метра, окей. Души у меня что-то там накопилось. Давайте их сразу же сдадим. И, наверное, когда магазинчик найдем, надо будет прикупить еще ангелков этих. Потому что не хватает. Вот, когда такое большое задание, далеко подниматься сложно. Нет, Акита, я не хочу умирать. О, нет. Так, опять у нас видение было. Я иду, Мари, жди меня. Да, я иду максимально быстро. Песик. Ну, песика надо погладить. Песик, дай погладить тебя. Традиция. На удачу, как говорится. Так. Кто, что, где? Души вижу, а как... Ага. Подъем тоже вижу. Что
Потом. Я думал, можно сесть на скутер. Это было бы просто прекрасно. Но, увы. Такого мне не дали. Это было бы круто, я бы поездил здесь на скутере. Так, хорошо. Надо быть повнимательнее с монахами. Монахи — это нужная вещь. Так, 116 метров. Очень близко. Так, магазин? Не, не магазин. Ладно. Вот магазин. Да-да-да-да-да, видел. Привет, котяра. Какие они смешные. Так, хорошо. Талисманы оглушения. Так, ну смотри, у меня есть три. Пока мне их хватает, я их особо не использую. А вот этих, они и бесконечные. Получается, можно прикупить. Так, у меня 12. Ну давайте купим 7, чтобы было 20. И в принципе, я думаю, вот 20-очки должно хватать. А стрелы не покупаю, еду не покупаю, все есть, талисманы, ну, пока тоже не буду. Там, получается, 3 из 5 возможных. Я думаю, мне будет пока достаточно. Так, песик. Души. Кстати, вот здесь стройка же была большая. Мы бы могли, по идее, попробовать зачистить. Надо его покормить. Конечно, покормим. Держи. Я знал, что корм пригодится в любом случае. Так, хорошо. Отлично. Здесь было много врагов. Там была скверна. Не знаю, стоит ли сейчас туда идти. Потом посмотрим. Ты видел большую картину, которая висит в переходе? Да, проходил, меня впечатлил, ничего не скажешь. Ничего тут нету. Ну, я вам скажу, что я, в принципе, так-то ни монахов, ничего не вижу. Но! Я вижу вон одного парня. И я бы хотел испробовать наши новые... Новые навыки хочу использовать. Как бы мне все-таки любопытно. Так. Но я вам скажу, очень быстро накапливается. Вот теперь это возможно использовать. Оп, и сразу две души. Вот, вот это уже играбельно. Вот это уже получше. Где еще? Кто? Не вижу. Вижу. Теперь можно не тратить на обычные одинарные атаки. И просто вот такими их и убивать. Да? Отлично. Забираем. Хорошо. И души мне пригодятся. Вроде бы все же, да? Опасности нету. Вот вам и первая выкачка. Мы не сильно прокачали навыки. Но я сделал по уму, я взял самое необходимое, и вы видите результат. Сразу же просто. Просто не нужно спешить, используйте все с умом. Я теперь хочу монахов побольше найти. Потому что у меня мало... эфиров количество для огня, и мне бы, конечно, хотелось бы побольше. Как мне туда забраться? О, отлично. Так, что это такое? Дух му... Ага! Вот, ты видишь, и спрятался. Нашли еще одного. Так. Ты давай, иди, иди. Я собрал так. Все, хорошо, это то же самое. Отлично, видишь? Неожиданно, но приятно. Так, 60 метров к точке основного задания. Пошли. Немного отвлеклись. Это тоже полезно. Что было? Не понял.
Диагональный переход с Сибуи. Нам здесь нечего делать. Окей, нечего так нечего, потому что оно что-то... я понял. Ну да, с ними я явно не справлюсь, их там очень много. Но хотелось бы попробовать, конечно. Пошли вниз. Любопытно, насколько они сильны, так как я прокачал огонь. Но у меня огня мало, на всех явно не хватит. Но еще и стрелы. И там есть этот большой монстр, которого мы видели в самом начале. Он, наверное, очень силен. И они ведут за собой туман. Тоже плохо. Так, видимо, тут он спустился. Там души. Ладно, пойдем. Выяснить, куда ведет след. Сюда мы сейчас придем. Там буквально 2 метра пройти за душами. Что-то за поток странный. А, это видео. Так. Забираем эти, и я думаю, в принципе, можно возвращаться отсюда. Да. Вроде пока ничего больше не вижу. По крайней мере, в диапазоне 30 метров. Опять это транслирует себя. Так, вижу. Так, ничего страшного, иди дальше. Он нам уже не нужен. Так как же тут пройдешь-то? Опять они. Их очень много. И они какие-то прям недружелюбные. Я их забираю. Еще один. Это прям очень быстрый. Больно. Хорошо. Идем дальше. Новые враги появляются все чаще и чаще. Ну, эти прям очень-очень быстрые. Так, не в эту сторону. В той стороне, возможно, что-то еще было. Души заберу. Тут тоже есть спуск, но мне показывает не в эту сторону. Огонь не стоит, наверное, тратить. Хорошо. Вроде как один. Это такое. Так, собрали. А, ну, получается один и тот же спуск, только с разных сторон. Нормально. Терпим. Просто там бы мы, скорее всего, безопасно прошли, а здесь прошли опасненько. Так, почти 10 тысяч духов есть. Забрал. Автомат разбил. Денег тоже много. Поэтому нормально. Нужные вещи, конечно, и стоят подороже, но в принципе, в целом, все терпимо. Там при необходимости можно спокойно все покупать. Людей нет, зато чужаки на каждом углу. Так, а что, попробуем? Пронзающим. А это я понял, да, не получится. Так. Хорошо.
Сзади? Нет, сзади рыбы нету. Ты взял хороший темп, спасибо большое, я стараюсь. Здесь ничего полезного нету, да? Получается нет. Хорошо, идем дальше. Следуем квесту. Следуем сюжету. Так, ну тут денег куча и врагов тоже. Турбо-студент. Отчет какао о некотором загадочном студенте, который бегал вдоль автотрассы. Отыщите эту запись, чтобы получить дополнительные очки навыков духа. Хорошо. Получил. Очки навыка плюс 20. Приятно. Давайте сейчас можешь приобрести какой-нибудь новый навык. Могу, но мы будем это делать не так часто. Так, хорошо. Чертовщина какая-то. Статуэтка сидящего кота с поднятой в приветствии лапой. Говорят, приносит счастье. Хорошо. Может быть. Так, а как то тут мы-то как пройдем? Ага, вниз вижу. Сначала не было видно. Да, ой, там сбито это. Сложно будет. Попытаемся сейчас эфир его восполнить. Хорошо. 5 огня. Так. Куда она пошла? Ага, вижу. Забрал. Хорошо. Забрал. Хорошо. Пока терпимо. Давай. Лови. Забрал. Вообще изи. Я понимаю, что вы сейчас скажете, поставь выше сложность, но я же учусь. Сложность, кстати, можно спокойно менять во время игры, и оно будет просто перестраиваться. Это очень хорошо. Сюда нет. Так, котик. Угу. Так, мы опять нашли его след. Двигаться. Что-то мне подсказывает, что здесь будет очень сложно сейчас. А мне иногда приходилось по работе здесь проходить. Что это такое? Еда просто? Да, просто еда. Кстати говоря, у меня же фонарик есть. Так. Опять какая-то хрень творится. Это они нас так встречают. А лучше бы вообще никак не встречали. Да, согласен. Целиком и полностью. Лучше бы не встречали. И никто бы вообще нас не трогал, чтобы мы спокойно себя пошли, сразу же босса убили, и все, игра закончилась. Так, хорошо. Ну, скорее всего, будет что-то по сложности, как в бане. Будет достаточно много всех. Документ номер 178. Аудиозапись сделана известным ученым. На ней он рассуждает о своей дочери. Хорошо. Очень ярко. Ядрен вот он. Очень много. С этими всеми я явно не справлюсь. Отсюда побыстрее. Вот уж не ожидал найти такое под Сибуей. И никто про это не знал. Видимо, все это время они перемещались и готовились к нападению здесь, под землей.
прямо как чудовище. Ну, так-то, возможно, это все-таки его правая рука, как я и говорил. Возможно. Не знаю, здесь может быть что-то уникальное, редкое, особенное или нет. Как бы нужно понимать, стоит ли осматриваться вообще. Потому что тут есть отдельные подъемы наверх. Думаю, стоит раз просто проверить, посмотреть, есть ли здесь что-то еще. Скорее всего, нет, просто пополнение эфиров и все. Хорошо, идем дальше. Так, большущие врата, которые находятся под землей. Интересно. Ты думаешь, здесь? Надеюсь, да. Маска у меня зачет, конечно. Стой! Чувствуешь? Да, все-таки в маске, смотри. Такой же дерзкий. Вот ублюдок. Место охраняют. Ну давай. Это типа первый босс. Значит, мы там, где нужно. Поболтаем. Да, первый босс. Первый, мать его, жесткий босс. Ух ты, а тут с медленными атаками такие не получится. Тихо. Нравится? 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 Так, он морочит нам голову. Морочит, но бьет больно, я вам скажу. Вот собака. Ну, он похож на собаку, да? Да я же блок поставил. Твой удар не заблокируешь. Да употребляет он пищу, алло. Давай, попробуем забрать ядро. Нет? Ладно. Хорошо. Сбили маску. Да уж, еле справились. О, нет. А, в чем дело? Это его друг. Это он? У этого урода совесть есть? Погоди, ты что? Это... Отойди. Что? А как же драться? Да, это я. Он создал чудовище из моего тела. Что? Как? А что делать? Не убивать же себя? Бежим. Нет. Я не сдамся. Эй, верни мое тело. Запечатал его, да ладно. Придурок. Акито? Ты опять забыл. Сегодня 2 года смерти мамы. А к папиному юлу ты вообще так ни разу и не пришел. Опять сбегаешь? Бегство — это не выход. Акито, пойми это. Я не сбегаю.
Просто тебе не понять. Снова здесь? КК. Они забрали его. Но почему я? Так он... Значит, их нет, мои силы, КК, пропали. Как быть? И Мари, как ее искать? Надо вернуться. Великолепно. Мне сейчас какая не поможет. Работать в одиночку. Пока КК далеко, Акита не может применять большинство действий, которые расходуют духовную энергию. Ему недоступны техники эфирного плетения и многие умения, нужные для передвижения и поиска. Впрочем, даже без КК Акита вовсе не беспомощен. Он по-прежнему может использовать предметы, поглощающие духов при помощи катасира, стрелять из лука и применять быстрое изгнание. Великолепно, конечно. Только, значит, я прокачался. Они мне подсунули вот такой вот западло. Ну что ж, ребят, с этими проблемами мы будем разбираться уже в следующем выпуске. На этом все. С вами был Борода. Подписывайтесь на TikTok. Ссылочка в описании. Всем большое спасибо. Пока-пока.